Что такое, Надя? Как чужих мужей-то от семей отрывать, а? Да почему вы так говорите, будто у нее их, я не знаю. А что, первый он у ней, что ли? Ну, не 16, поди ей. Да, не 16. И не первый. А если это любовь, Надя? Любимые герои и реплики, которые, кажется, знаешь наизусть. «Любовь и голуби» – по-настоящему народный фильм по пьесе нашего земляка Владимира Гуркина. Именно поэтому его выбрали для проекта «Наш дубляж». Идея родилась в Ангарске в благотворительном фонде «Близко к сердцу». Там искали новый формат вместо уже привычных благотворительных концертов. И решили, почему бы не предложить известным горожанам переозвучить знаменитый фильм. Актеры во время шоу будут на сцене, а на заднике будут показывать кино. Людк! А, Людк! Фу, деревня! А! Самое сложное – это как-то поймать настроение этого героя, хотя наш режиссер, он настаивает на том, чтобы мы не пытались делать кальку, потому что героев их не переиграть, то есть, вот эту гениальную игру, ее не то, что не переиграть, ее не повторить. Поэтому в нашем случае не надо и пытаться, а надо попытаться создать вот какое-то взаимодействие партнеров на сцене, чтобы уже во время, это же кинотеатральное представление, чтобы вот какой-то нерв и какая-то жизнь в нашем взаимодействии, она рождалась вот на глазах у зрителя. Цель проекта – помочь собрать средства для строительства хосписа в Иркутске. Вырученные от продажи билетов деньги пойдут именно на это. Ведь в городе очень много онкобольных, которым уже не помочь, но можно облегчить их уход. Кстати, сами артисты тоже купили билеты. Мы патриоты, когда там в соцсетях мы пишем, да, мы там вот вам соболезнуем, давайте здесь это сделаем. Идите и сделайте что-то, что вы можете сделать на сегодняшний момент. Это просто купить билет в театр и тем самым поучаствовать в таком, на самом деле, сердечном очень процессе, потому что это реально очень больно, когда ты видишь, как люди, которые не должны так уходить, они уходят. Такой опыт мы увидели в Казани, впервые в Татарстане, в России использовалась вот такая вот фишка, когда благотворительный фонд просто кинул клич, и люди, понимая важность строительства хосписа, откликнулись и всем миром просто собрали деньги. Это было несколько лет назад, было собрано в Татарстане 340 миллионов. «Любовь и голуби» в необычном формате покажут всего два раза. 25 мая в Иркутске в музыкальном театре имени Загурского, а 28 мая в Ангарске в ДК «Нефтехимик». Там читать текст будут известные ангарчане. Ой, это грустно. Это очень грустно. Вы голубей разводите? Ага. Какая прелесть. Анастасия Байдракова, Евгений Шарыпов, Павел Рютин. Новости сейчас.